И всем привет-привет, ребята, и вы попали на мой канал It's Аня. Ну а перед началом видео не забудьте подписаться на мой канал, лайкнуть обязательно это видео и нажать на колокольчик. Будет тема видео обновления в Adopt Me, потому что через целых 2 дня выйдет новое обновление с новым яйцом в Adopt Me. И если вы хотите попадать в мои видео и играть вместе со мной, то подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылочка на телеграм-канал будет в описании. И давайте не будем задерживать и сразу же погнали в магазин питомцев, посмотрим, какое же там обновление. Ну, это обновление назвать нельзя, это сказать так, коллаж. То есть разработчики уже предупреждают то, что уже скоро наступит это долгожданное обновление. И это все новые питомцы, которые появятся в нашем новом яйце. Ребят, не торопитесь покупать эти 3 яйца, потому что все эти 3 яйца превратятся в одно, и там все эти питомцы, которые сейчас останутся в этом новом яйце. Просто добавят новых питомцев и само новое яйцо. Так что вы можете в течение 2 дней подойти к этому стенду и посмотреть. Ну а сейчас я телепортнусь в магазин подарков и покажу вам 2 новых питомца, которые уже в 3D-виде. И так мы уже телепортнулись в центр города, и сейчас я достану своего Цереберса, которого я выиграла в телеграм-канале, и эта девочка абсолютно не обманывает и дала мне этого питомца. Вот, и давайте полетим на нем, посмотрим, какие питомцы у нас будут в 3D-виде. Так, этот питомец был на обновлении, где еще был козерог, не космическое обновление, которое козерог, именно горный козерог вот был. Этот питомец, я не помню, как назывался, и типа вот эта летающая лошадь. И второй питомец, он похож на Frost Dragon'а или на Shadow. И со мной вместе снимают видео мои любимые подписчики. Спасибо им огромное, то, что вы вообще снимаетесь в моем видео. И если вы хотите также, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и пишите плюсик в комментариях. Вы точно попадете в мое видео. Ну и перед концом этого видео я хочу вам сказать, что лучше стоит подписаться на мой телеграм-канал, потому что там много полезной и веселой информации, и все подписчики, которые подписаны на него, они узнают чаще о моих роликах, которые выйдут заранее, они все знают обо мне, и мы там общаемся вместе с вами, и все подписчики, которые подписаны на мой телеграм-канал, они все абсолютно, если захотят, то могут поучаствовать в моем видео, как сегодня. Ну и на этом мы уже заканчиваем, так что, ребят, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube-канал обязательно перед концом этого видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, пожалуйста, поддержите мои старания, и всем пока-пока, всем спасибо за просмотр огромное, и всем пока-пока!